мужском стиле главное детали, какие-то тонкости, нюансы аксессуаров. Можно носить недорогую футболку, но она будет выглядеть круто, потому что у тебя хорошие часы или ремень, также ботинки. Это все должно в совокупности выражать твое «я», твою личность, давать понимание, что ты за человек. На самом деле, больше всего это самовыражение. Самовыражение в стиле, в той же фотографии, когда ты снимаешься у фотографов. Разная подача, разные лукбуки. Мне очень нравится общаться с творческими людьми, потому что у них необычный взгляд на этот мир. Он не такой серый, как может казаться. Красота есть везде, и чувство вкуса нужно развивать. Данный видеоблог я делаю для того, чтобы все понимали, что не нужно тратить огромные деньги на одежду и прочее. Все делается намного легче. Главное – это стиль, а не мода. Трудности похожи на собак. Они кусают лишь тех, кто к ним привык. Город заставляет тебя быть в ритме. Каждая минута времени на счету.